День автомобилиста объединяет людей, для которых машина стала не только средством передвижения, но и образом жизни. В частности, в этот день чествуют водителей пассажирского транспорта. Для многих горожан автобусы и маршрутки остаются самым удобным и бюджетным способом перемещения. Это праздник каждого человека, у которого имеется водительское удостоверение. Но в первую очередь это праздник связан с уважением и признанием заслуг водителей, которые отвечают за жизнь людей, пассажиров. Праздник касается и огромного числа других специалистов, работающих в этой сфере. К ним относятся руководители автотранспортных предприятий, инженерно-технические работники, все те, кто по роду своей профессиональной деятельности связан с автомобилем. Ученики 7 класса школы номер 14 решили лично поздравить водителей городского транспорта. Ребята заранее напечатали открытки с теплыми словами и благодарностями. В рамках акции совместно с госавтоинспекцией школьники с остановки вручали водителям презенты. Профессия водителя очень тяжелая и опасна. От того, как он будет соблюдать правила дорожного движения, будет зависеть жизнь других людей и их здоровье. В правилах дорожного движения есть раздел обязанности пассажиров. Существуют меры безопасности, которые помогут избежать травм во время поездки. Школьники также подготовили брошюры с правилами поведения в общественном транспорте и раздали их саровчанам на остановках и в автобусах. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.